Всем привет, друзья, доброе утро. Вот такое у нас доброе утро. Я отправляюсь на работу. Зима, смотрите. Все в снегу, все белым-бело. Вот у нас Винтердинст работает. Чистит, сразу рассыпает соль, чтоб снег таял. Вон, смотрите, прям сугробчики маленькие такие лежат. Вчера целый день шел снег. В ближайшие дни, завтра, послезавтра, обещают еще до 1 метра. Надеюсь, там машину мою не сильно замело. Со снега, посмотрите, сколько нападало. Вчера буквально вот целый день прям шел снег. Где-то, ну не прям целый день, часов 12 где-то начался. 12 начал потихоньку падать. И с работы я приехал вечером уже, во сколько, где-то начало 8 вечера. Так он и не переставал даже идти снег. Вот смотрите, сугробики нашкреб. Детка на Винтердинсте. Ну вот, друзья, выехал я на тур уже. 112 доставок у меня должно быть. Сейчас вроде более-менее основные главные дороги почищены. Второстепенные, конечно, грязноватые еще. Но, может, в течение дня дочистят. Снег пока вроде не собирается, небо пока местами даже чистое, синее. Уже нападло, и так его достаточно. Все, бело. Местами даже вот на дороге, посмотрите, куски как лед, как будто намерз. Сегодня опять много работы. Машина полная, как всегда. Это я уже сейчас парочку доставил. А так здесь было тоже все полное. Вот так вот и работаем. Хотя и банях-то прошли. Новый год прошел, Рождество прошло. Работы меньше практически не стало. Также все валит и валит много. Короче, потому что из-за коронавируса, из-за пандемии многие вещи не купишь нигде, кроме как в интернете. Люди все больше и больше заказывают в интернете. Да и многие просто не хотят даже выходить на улицу. Боятся. Привезешь некоторым коробку, позвонишь, они оставьте перед дверью, мы потом сами заберем. Ну, много кто так делает. Вот, друзья, посмотрите. Все-таки какая она у нас снежная зима в Германии, в Баварии. Все кругом белым-бело. Снега, наверное, здесь вот на поле, ну, думаю, где-то около полуметра, наверное, есть. Как уже говорил, сейчас еще ближайшие 2 дня обещают сильные снегопады. Еще до 1 метра нового снега. Посмотрите, здесь какая зимняя сказка. Подъем резкий здесь, наверное, градусов 30. Хорошо хоть, что почистили уже все. Так бы я, конечно, сюда даже и не сунулся бы ехать. Даже бы с цепями, наверное, не заехал. Такая красота зимняя. Это для тех ребят, посмотрите, кто говорит, в Германии не бывает зимы, снега не бывает. Может быть, на севере Германии и не бывает, но у нас зимы довольно снежные, морозные бывают. Вот на этой неделе было, например, в Оберсдорфе 40 километров от нас, 45, было минус 19 градусов. Ну, у нас здесь в Кемптоне в тот день было минус 12. Один раз даже я пережил зиму здесь было, когда где-то, наверное, лет 8 назад было минус 25. Но при такой влажности воздуха, как здесь, минус 25, это уже как да, допустим, не знаю, в Казахстане ощущается, как будто все минус 35. Еще если ветерок небольшой, то тоже очень холодно ощущается. Но тогда, в тот год, когда было минус 25, в тот день все повставало. Тут ничего не могло ехать. Все дизеля, все машины, все повставало. Ну что, друзья, всем доброе утро. Зимнее. Германское. Посмотрите, что происходит. Что творится. Снега нападало, как и обещали. Еще, конечно, не метр, но сантиметров 30, наверное, есть. Снегопад, снегопад.
Вчера, помните, было меньше снега здесь. Ну, друзья, вот я тронулся на своей машине. Как раз хорошая возможность проверить ее ходовые качества. Два соседа там с паркплаца не смогли выехать. Только тронулись и все, сразу встали. Снег мокрый. И сразу прессуется в такую, в твердое все, что под колесами лежит, сразу становится камнем, когда начинаешь ехать, и поэтому машина просто тупо упирается и буксует. Но я на своей без проблем вообще даже ни разу не буксанул. Еду, короче, на работу. Посмотрим, что там будет сегодня днем. Но зима, конечно, у нас зимняя зима настала. Ну что, друзья, цепи надеты. Теперь можно выезжать. Работать. Снег все идет, а снег все летит. Видите, ребята, такие условия работы. Ну, цепи спасают. Если бы их не было, то я бы вообще никуда бы не поехал бы, наверное, даже со двора с нашего не выехал. Еще бы на передние колеса одеть бы цепи, потому что в поворотах руль выворачиваешь, а машина прямо едет. Очень нужно совсем медленно. Вот такая погода, снег походу не собирается прекращаться даже. Ну, обещали сегодня-завтра. Вот такие вот снегопады у нас. Так что посмотрим, как там дальше. Нам тяжело будет работать. Но мы прорвемся. Вот, друзья, посмотрите, какая Winter Dis у нас тут есть. Вот такая вот зима у нас в этом году. Снежная. Многие говорят, да, у вас там что там, снега нет, у вас зима не бывает. Бывает еще как бывает, видите сами. Я скажу больше даже, если бы он здесь оставался снег весь, что выпадает, оставался лежать, то тогда было бы снега еще здесь намного больше, чем не знаю где. Снега тут выпадает очень много, просто он растаивает. Видите, некоторые улицы более или менее почищены. Некоторые совсем плохо, или даже, может быть, ночью кто-то тут один раз проезжал, прочистил. Сейчас вообще не чистили. Ну, вот так вот и мучаемся. Ну, хотя, в принципе, я говорю, как цепи одел. Сразу. Так даже как-то, ну, интересно ездить. Прикольно. Чувствуешь себя действительно, как будто ты на танке едешь, все тебе нипочем. В любую улицу, любой снег, везде проезжаешь. Вот здесь вот, ребят, снегоуборочная техника, да, есть, которая от штата, ну, в смысле, от города, которые улицы все такие убирают. Ну, свои участки люди сами убирают, приват, частные, которые участки, да. Ну, или, конечно, если как есть люди, у которых есть подходящая техника для того, чтобы убирать снег, с лопатой там соль рассыпать, такой аппарат. И они заключают договор с тем, кому принадлежит участок этот, ну или с городом, и определенные, например, там часть ему района, район какой-нибудь дадут города. И они потом там чистят, работают, короче, по договору, зарабатывают денежку. Здесь уже более-менее почистили эту улицу. Вот такая, не знаете, чем побрызгивают, чем посыпают дорогу снег, да? Каша такая получилась. На такой каше еще хуже ездить, чем если был бы просто в снег лежал. Вот, друзья, такие сказочные деревья в снегу все. Так работают коммунальщики наши. Друг вам работает тоже на грузовике, на автобане, говорит, стоит.
не проехать вообще, короче. Штаун, пробки уже стоят сколько-то там часов. Вот так, друзья, тут дороги почистили. Второстепенные дороги вообще не чистены. Что, люди сами набили себе дорогу. Там и ездят. Ну, конечно, они не могут везде успеть. Если автобаны даже не чищенные или не совсем хорошо чищены, да, они не успевают. Вот проезжает Винтердинцев, проехал, да, они там, не знаю, пошкребли, рассыпали. Это хватает буквально на 5-10 минут, потом опять вот такое все, опять забито дорога. И нас такое еще ожидает сегодня до конца дня, и завтра еще должно быть целый день также. Ох, машина моя вперед уехала. Колеса передние скользят. Сюда и не попробовал бы поехать вот сюда вот наверх. Вот так, друзья, продолжаем работать. Вот спереди видите наша церковь. Базилика Санкт-Лоренс называется. Обязательно потом покажем вам ее тоже внутри. Вот здесь вот Корнхаус называется вот это здание. Здесь раньше когда-то, не помню в каком году, в 2009, наверное, приезжали русские бабки, там выступали. Вот так, друзья, Германию, Баварию завалило снегом. Надо в интернете дать объявление, типа, продам снег недорого для северных земель Германии. Хотя парадокс, да? На севере нету снега, а на юге вон завалило. Вот в таких условиях и работаем. Слышите, какая вибрация? Это от цепей. С ними можно максимум 40 км в час ехать. Вибрация вот идет. Но нереальные условия для работы, конечно. Тут не то, что просто ехать. Тут еще и работать надо. Вон ЛКВ стоит. Все, не может тронуться. Чуть горочка небольшая, стоит, буксует. Сейчас тут все повстает. Если еще так дальше продолжится, хотя бы до вечера, то все, тут все встанет. На дворниках уже вон снег намерз. Уже не снимают нифига, надо остановиться, отбить их от льда. Сейчас до следующего клиента доеду, отобью. Ничего не видно толком. Мешает. Короче, друзья, видите сами, вон снега по колено, вообще жесть. Здесь уже эти все ботинки, обувь вся мокрая насквозь, хотя и хорошая обувь, ХАИКС не выдерживает ничего. Итак, время у нас 11:31, все экспрессы я доставил вовремя, до 10:30 и до 12. Сделал вон 33 клиента доставил и 77 пакетов в коробах. Ну, едем дальше. Ну что, друзья, работа становится еще тяжелее. Одна цепь порвалась. Посмотрим, как я дальше буду ездить теперь. Надеюсь, вторая выдержит. Если нет, придется звонить механику, пускай новые везет. Да, это, конечно, красиво. Снег, зима, люблю зиму, люблю снег.
родился зима, но работать, конечно, невозможно в таких условиях. На такой работе. Смотри-ка, какое дерево. Ветки вот-вот отломаются под тяжестью снега. Ну что, друзья, продолжается мой рабочий день. Снег не перестает, как шел, так и шел, и идет дальше. Ну, все-таки, тем не менее, почти половину я уже развез. 54 сейчас доставки сделал. Работаю дальше, посмотрим. Цепь, как говорил, одна порвалась. Тяжелее стало есть, но ничего, пока нигде не застрял, еду. Механику позвонил, он сказал, когда там у одного коллеги тоже обе цепи порвались, он повез ему цепи. Когда, говорит, будет опять в городе здесь, то мне позвонит, приведет и мне тоже. Но не знаю, когда он, конечно, оттуда вернется. Он уже, говорит, к тому коллеге едет 1.5 часа. Хотя по сухому там, ну, 1.5 часа где-то примерно максимум езды. Продолжает снег падать и падать без конца, без остановки. Сейчас мне дружище прислал видео кусочек тоже, где он по автобану там едет на грузовике на своем. Короче, там вообще жесть. Вот такая вот фигня, ребятки. Итак, друзья, вот был на паузе, пауза закончилась. Механик приехал, мне новые цепи привез. Сейчас буду устанавливать. Ну что, 2 минуты, цепь одета. Снег не прекращается. Дальше падает и падает. Уже снега очень много нападало. Ну, у меня еще работы тоже очень много. Где-то примерно 55 клиентов ждут еще свои посылки. Ну, поехали. Ну что, ребят, вот такая вот работа в Германии в нереальных условиях погодных. Завалило все у нас. С севера общался с людьми из Кёльна. Сказали, у них даже снегом и не пахнет. Смотрите, друзья, главные улицы подчистили уже хорошо, но второстепенные туда, походу, даже никто и не заезжал еще пока. Вот сейчас как заеду в какую-нибудь второстепенную улицу, покажу, какой там сугроб лежит. Ну что, друзья, вот так вот выглядят второстепенные улицы, видите? Каша появилась, вступила в реакцию. Соль со снегом. Ну и, короче, теперь такая каша. Снег вроде перестал. Снегопад такой сильный. Сейчас идет уже, ну, чуть поменьше. Вот такая красота, ребята, зимой у нас. Такое у нас каждый год. Когда-то бывает просто больше снега, когда-то меньше. Ну, такое случается каждый год. Вот такая зима в Германии. Такие условия рабочие на моей работе, когда такой снегопад. Вот, друзья, поглядите на второстепенную улицу. Да, тут, конечно, даже с цепями как-то не очень, не по себе как-то ехать. Потому что если в этот сугроб если стянет, то, может быть, тут даже и цепи не поможет. Не помогут. Надеемся, проедем. Видите, вон, сугробы. Ох, зимушка, зима. Да, тут, походу, не только сейчас здесь, наверное, вообще целый день нигде ни одна снегоуборочная техника не проезжала. Да уж. Но как-нибудь переживем и это.
Германия, детка. Это не Россия, друзья, это Германия. И здесь такое бывает. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать сегодняшнее видео свое. Посмотрим, что нас ожидает завтра. По радио передали, что завтра будет тоже снегопад, не такой сильный, как сегодня, но тем не менее. В следующие дни пообещали не такой снегопад большой, но похолодает, будет минус 5 градусов примерно. По крайней мере, на завтра минус 3, минус 5 стоит. Посмотрим, что же из этого получится. Будем дальше так мучиться, ездить с цепями. Спасибо всем, кто был со мной, кто посмотрел, покатался, увидел, какая в Германии зима, снежная, полноценная, холодная. Так что, ребята, всем спасибо, пока, до новых встреч.